Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам, и с вами снова Алексей. Как ваши дела, как настроение? Обязательно пишите комментарии. Сегодня же у нас небольшой обзор гидравлический домкрат бутылочный. Так, в коробочке что у нас тут? Инструкция, паспорт. И вот такой вот домкратик. Вы посмотрите, какой малыш. Несмотря его на маленький размер, у нас мощный гидравлический бутылочный домкрат серии ДГ. На 5 тонн в моем случае. Друзья, давайте пробежимся и посмотрим, из чего же стоит у нас сам домкрат. Первое, это у нас само основание. Оно такое, видимо, из чугунины, отлитое. Видно литье. Потом рабочий планжерон, он же шток. Закаленная сталь, видно, довольно-таки достойная. Потом у нас идет сам рабочий цилиндр, который поднимается и опускается. Здесь у нас цилиндр нагнетательного штока, сам нагнетательный шток. Это у нас рычажочек. На задней части у нас находится пробка заливного отверстия. Давайте попробуем ее приоткроем, посмотрим, сколько же там масла. Уровень, не уровень, я не знаю, правда, первый раз буду открывать. Ага. Все, по идее, должно быть уровень масла. Есть, масло есть. Потекло. Масло, конечно, нужно периодически менять. Если пользоваться постоянно, то хотя бы раз в два месяца, а лучше раз в месяц. Если не часто пользоваться, то можно раз в два года. На месте. И потом закрыть и прокачать, чтобы домкрат вышел в рабочее положение. Масло нужно доливать до края, чтобы оно немножко даже вытекало. Я, конечно же, уже подумал, и я думаю, что вы увидите его не только в качестве обычного домкрата у меня в роликах, а все-таки сделаем еще с ним какую-нибудь самоделочку, какой-нибудь пресс до 5 тонн, я думаю, что-нибудь можно придумать. Но если нет, докупим какой-нибудь помощнее, то есть 5 тонн. Ценник не очень большой. Цена очень приемлемая, то есть для такого домкрата. То есть, ну что, это вот 1800 там, с копейками рублей стоит вот этот домкратик. Это разве деньги для такой мощи? А это все-таки российский бренд Сибталь. Отличный товар за приемлемую цену. Состоит он из камеры для жидкости, поэтому устройство и получило название бутылочный. Имеется шток с поршнем, насос и рукоять. Работа домкрата очень проста. Качаешь рукоять и начинает работать специальные клапаны, перекачивающие гидравлическую жидкость. В это время шток с небольшой площадкой поднимает груз на высоту до 23 см. Чтобы опустить груз, необходимо открутить вот этот винтель. Чем больше вы раскрутите клапан, тем быстрее домкрат пойдет вниз. Домкрат из серии ДГ имеет плавный ход, что позволяет работать даже с хрупкими грузами. А вообще такими бутылочками приподнимают вагоны, срубы домов, тяжелые плиты и даже дорожные мосты. Все потому, что домкраты модели ДГ вывозят груз от 2 до 100 тонн. Правда, и весят самые мощные, до 70 кг. Так, друзья, сейчас хочу попробовать вот такую 6-метровую плиту поднять. Она уже отлежала здесь, надо немножко подровнять. Сейчас попробуем домкратом приподнять. И посмотрим, поднимет он ее или нет. А все, пошла. Я не знаю, сколько на весь, наверное, тонны 3, а может 4. Как видите, легко поднимает. Вот так. То есть четко. Домкрат маленький, но свою функцию выполняет. Смотрите. Казалось бы, да? Так.
Малыш. В руку умещается. Друзья, также потребуется уделить особое внимание температурным режимом вашего объекта, где вы будете работать. Потому что, если будет слишком холодно, необходимо будет заливать специальную гидравлическую жидкость. Когда нагружаете такой домкрат, нужно особо внимание отнестись к его установке. Масса груза должна равномерно распределяться на всю основу домкрата. В противном случае вы сможете повредить даже такую крепкую конструкцию. Конструкция домкрата очень простая, а значит и надежная, но нуждается в регулярном обслуживании. И при правильном использовании станет незаменимым помощником на стройке и на других объектах. Друзья, но на сайте «Грузовая механика» вы найдете различные домкраты от 2 до 100 тонн. Сама компания «Грузовая механика» – лидер в складской технике и подъемного оборудования. И вы легко можете ознакомиться со всем ассортиментом на официальном сайте. Ссылочку, конечно же, оставлю в описании под роликом. Ну а вам же, друзья, всем крепкого-крепкого здоровья. Спасибо, что смотрите, что поддерживаете. Всего вам самого наилучшего. Пишите ваше мнение, не забудьте поставить по лайку. Ну а сегодня я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч. Пока-пока.